Очередной армянский депутат болен идеями реваншизма, передает Ази Ас. Нынешние власти Армении довели ситуацию до того, что вокруг Карабаха постоянно будут очаги напряженности, считает депутат от парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян. Нынешний статус Карабаха, а вернее его отсутствие, является плодородной почвой для азербайджанских, в кавычках, провокаций. С нашими соотечественниками надо быть очень искренними. Во-первых, они этого заслуживают, во-вторых, должны знать реальность. Нужно зафиксировать правильные реалии, чтобы получить возможность в тактическом и стратегическом планах выбрать правильные инструменты для жизни и борьбы. Избранные Азербайджаном инструменты заставляют нас готовиться к длительной борьбе. Тигран Абрамян считает, что армянам угрожает физическое исчезновение. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!